Столица Беларуси усиленно готовится к приему гостей и участников международного спортивного события – вторых Европейских игр. Для правоохранителей это станет своего рода экзаменом не только на гостеприимство, но и профессионализм. Сотрудники госавтоинспекции со всей Беларуси приехали в Минск, чтобы изучить все тонкости службы в условиях проведения международных массовых мероприятий. На своеобразную генеральную репетицию Европеады, международные соревнования по велоспорту на шоссе, Кубок Минска и Гран-при Минска в столицу прибыли 120 сотрудников дорожно-патрульной службы и 20 женщин-регулировщиц. Два дня они работали на перекрестках и улицах столицы, обеспечивая безопасность движения. Для того, чтобы сотрудницы госавтоинспекции уже более реально посмотрели всю ситуацию на дорогах города Минска, которая будет происходить на самих Европейских играх, на сегодняшний день проводятся тренировки на территории города Минска, куда приглашены и сотрудники госавтоинспекции из других областей. Велосипедные гонки можно считать тестовыми, поскольку аналогичным образом трафик планируется организовать в дни проведения Европейских игр. Для сотрудников это стало хорошей возможностью оценить свой профессионализм, для их руководителей наметить планы на дальнейшую работу. Мы заранее пригласили сотрудников других регионов, других областей. Здесь сотрудники присутствуют со всех регионов, чтобы объяснить задачи, которые будут ставиться именно на этих мероприятиях, в частности, во время проведения вторых Европейских игр, посмотреть непредусмотренные слабые места, которые мы смогли бы за месяц еще доработать, подготовить сотрудников как в профессиональном уровне, так мы уже более плотно занимаемся с сотрудницами и регулировщицами. Уже месяц они готовятся, подготовлено 30 сотрудниц, которые будут регулировать дорожное движение на тех объектах, на которые будут проходить соревнования. Меньше месяца осталось до главного спортивного форума. Опыт, наработанный правоохранителями во время тестовых мероприятий, безусловно, будет полезен и в обычные дни. В свою очередь, госавтоинспекция приложит все усилия для комфорта и безопасности на белорусских дорогах.